На центральном рынке продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Он пострадал во время пожара прошлой осенью. Сейчас приводят в порядок мясной корпус. Его обещают открыть в конце апреля. Бендер и центральный рынок. Здесь продолжают ремонт. Во дворе идет торговля. Одновременно меняют электрокабель. В крытом рынке работает только первый корпус солений. Он меньше всего пострадал при пожаре в ноябре. Его открыли раньше. Бакалейный мясной продолжают ремонтировать. Здесь уже полностью очистили от гари и копоти металлический свод крыши. Купола отреставрировали, покрасили и покрыли лаком. Сейчас меняют стекла. Сейчас проводятся электромонтажные работы. Канализация проводится, но были покрашены, отремонтированы холодильные витрины, пропущены к установке, к эксплуатации их сделаны. Также холодильники подготовлены к приемке мяса. И сейчас мы просто доделываем наши ремонтные работы, чтобы к Пасхе обрадовать всех горожан и гостей города свежим мясом и открытием мясного корпуса. Мясной корпус откроют уже в конце апреля, а вот бакалейный еще будут реконструировать. После здесь будут продавать не только сыры, колбасы и полуфабрикаты, как раньше, но и овощи и фрукты. Для них сделают отдельную зону, установят новые мобильные прилавки. Зимой здесь можно будет устраивать сельхозярмарки. Мы планируем создать такие торговые острова, с которым было удобно как покупателям подойти, так и продавцам продавать. Как это находится в больших городах, в торговых центрах. Будет большая витрина, и продавцу будет видно, как бы он будет видеть свой товар, и покупатель, который сможет рассмотреть на небольшом участке большой ассортимент товар. Реконструкцию второго бакалейного корпуса завершат к лету.